Buenos dias, senhoras e senhoritas. Je vous prie to give me a chance to become a radio DJ. 이것이 나의 꿈이어서 제가 수고 많이 приложить, чтобы она сбылась. Arigato gozaimasu. А теперь, если вы хотите узнать, что я сказала, пригласите меня в студию, и я с удовольствием переведу вам все фразы в прямом эфире. И наш соискатель сегодня – это Вахрушева Вера Николаевна. Она получает высшее образование по специальности химические и биотехнологии. Своим лучшим качеством считает быстроту реакции и мечтает о карьере в сфере медиа. Здравствуй, Вера! Привет! Всем привет! Всем доброе утро! А кем ты работаешь сейчас? Работаю я аналитиком, то есть категорийный менеджер, бренд-менеджмент, но с осени я не работаю. Ага. А это что это такое за работа? То есть чем ты там занималась? Ну, например, если это с одеждой связано, то есть мы планируем коллекцию, выбираем, какая одежда будет, что будет в тренде в этом сезоне, что на Россию следует определить. То есть журнал «Космополитен» ты тоже рассматриваешь как место своей работы? Нет? А куда ты хочешь? Куда? Я хочу на Energy. На радио Energy ведущим. Да. А ведущим хочу... аналитиком. Слушай, на каких языках разговариваешь? Могу говорить на корейском, на английском, пару слов могу вставить из французского, испанского, итальянского, японского и китайского. Вот это даже да. Не успел сосчитать сколько, 6 или 7 языков? Ну скажи, я тебя люблю на каком. Айшитеру. Так, ну, да, говорит, я что люблю тебя, тебя по-японски. Ты меня любишь по-японски? Сейчас мы будем задавать тебе под быструю музыку быстро глупые вопросы. Ты должна будешь на каждый вопрос отвечать на разных языках. Вау. За сколько дней кончается туалетная бумага? Что считают овцы, чтобы заснуть? Сарам. Любимый вопрос. Какой размер ноги у инфузории и туфельки? Maybe the littlest one. Сколько вдохов в выдохе? Болею. Кто украл волосы у Вин Дизеля? Африка. Как кричит раненый палтус? Нормально. Погоди, Африка, это язык был. Надо дать тебе уроки нигерийского языка. Давай, давай, я буду очень рада, если ты дашь мне уроки. Так, Саймон, тогда скажи нам на нигерийском, кто украл волосы у Вина Дизеля? Бабалуэ. Это что за баба такая? Бабалуэ, это вообще не баба, это мужик. Готова пройти собеседование, да, готова, с непредсказуемым роботом? Жгите. Ну-ка, сидеть. А где именно? На кресле, на столе? Я могу на потолке посидеть. Представьте, что вы эльф. Как вы отразите в отчете непредвиденные расходы в связи с атакой орков? Владыка наш сиятельный, вечно зеленого леса, темный повелитель с армией орков грязных напал на нашу крепость. В связи с этим, как указано в накладной, мы принесли потери. 5 монет золотом, 3 серебром, 6 чайных сервизов и 2 позолоченных кресла. Придется вам пересмотреть свой рацион. В нашем коллективе работают только вегетарианцы. Хорошо, во время работы я не буду есть мясо. На какую зарплату вы не хотели бы рассчитывать, если бы не рассчитывали на хорошую? Не хотел бы рассчитывать на ту, которая не покрывает трехразовое питание и оплату съемного жилья. Придется расширить круг ваших обязанностей до необозримости. Это здорово, у меня много свободного времени. Вот это да! Встречайте, открытая студия, у нас сегодня в гостях дискотека «Авария». Вот кто даст сейчас Вере Вахрушевой достойный отпор, я считаю. Привет, Анечка! Привет, Леша! Давайте предположим, ну раз Вера хочет работать на радио Energy, она там и работает. И мы снимаем клип, новый клип для дискотеки «Аварии». Сумасшедший опять с погонями, с накладными бородами. И по сценарию для клипа нужен автобус, набитый крутыми обнаженными тёлками. Но Вере удалось достать только грузовик с хором бодрых пенсионеров. Это мне интересно, это для меня специально? Я боюсь, да, что для Серова. А вот теперь объясни ребятам из дискотеки «Аварии», почему это круче хор бодрых пенсионеров вместо автобуса крутых тёлок, и впарь им. И давайте уже продолжать снимать клип, у нас не так много времени. Первое и самое главное, это точно пройдет цензуру. Смотрите, женщины не обнажены, значит, могут смотреть все, даже дети. Это здорово. А бабульки, они очень активны. Вы знаете, они так танцуют, боже мой. А нижний брейк, вы видели, как та темненькая нижний брейк танцует? Просто конфетка. Причем они когда-то были обнаженными телками. Конечно. Это, смотрите, это плюс еще уважение к старшему возрасту. Мне кажется, это идеальный вариант. Посмотрите на Аню, она просто в шоке. Аня, бери. Бери, пока дают, бери. Просто бери. Аня, возьмешь ты? Я привыкла быть единственной девушкой в коллективе. Смотри, ты будешь единственной молодой. Ты будешь выгодно смотреться на их фоне. Представляешь, ты такая стоишь, ты такая молодая, пышущая энергия. А тут
бабушки в КамАЗе. И ты просто понимаешь, да, ты настолько будешь офигенно. А машину-то можно хотя бы поменять на автобус? Ладно уж, бабушки, автобус можно? Но так будет плохо видно бабушек. Ребят, ну расскажите нам вообще, что вы скажете человеке с таким темпераментом? Где место ему в шоу или медиабизнесе? Такая гиперактивность, мне кажется, может любого зажечь, конечно, это просто нереально. Или как агент, да, вот, который вас, ну, как группу продает. Да, да, кстати. Это вообще было бы неплохо, да? Продаст, мне кажется, и бабушкам в том числе, в том самом КамАЗе. Ну а на радио вы хотели слышать такого человека? А почему нет? Конечно. Вот так с утра, оп, проснулся сразу. За что нам такое, ребята? А скажи нам, пожалуйста, по-корейски, я хочу работать на Radio Energy. Ты Radio Energy, so, ильхагу шпаю. Energy.